Приветствую всех. Продолжаем проходить Геральта из Ривии. В последней серии мы, насколько я помню, очистили деревню от баргетцев. Сейчас нам надо просто забрать с собой Шани, решение, я уже не помню. И отправляться в Изиму. Не успели начать, уже гули на нас нападают. Да что же так долго валим? О, гулька нам что-то оставил. Это что у нас? Белый уксус. Я жалею, что мы не можем везде зайти, везде пройти. Меня терзает одно сомнение. Пещера под Вызимой. Хотелось бы туда проникнуть, как бы заранее. А вдруг, может, миссия будет? Тоже такой момент интересный. А вдруг мы в Вызиму зайдем, потом не выйдем? Так, зайдем в таверну, заберем нашу дамочку. О, вон на Шане. Все хорошо. Я расскажу тебе все, что про меня тоже. Надеюсь, мне никогда не придется возвращаться. Не могу поверить, как невообразимо много подлецов тут живет. А, то есть можем. Времена нынче нелегкие, Геральт. Войны, чума. Я знаю. И все равно их низость. Нет. Они сами того не ведая, создали его своими преступлениями. Подозреваю, что и могущественный колдун не справился бы лучше. Звучит похоже на волшебную сказку. В каждой сказке есть доля правды. Хвост саламандры. Должен добраться до ворот, ведущих в Изиму. Идем. Окей, пошли. В принципе, нас больше здесь ничего не ждет. Кстати, все исчезли. Никого нет даже. Мы так и не проникли во вторую половину склепа. Шани бежит, не бежит. Не важно. Я думаю, доберется. Я уже начинаю потихонечку выздоравливать. Отхожу. Но еще кашель остался. Может, навестить пещеру? Кто его знает? Проникнем мы туда еще раз или нет? На всякий случай сохранимся. Бегу я, короче, назад. Подрался там в пещере, но я не стал сохраняться. Возможно, там можно будет. Проход воспрещен. Если у тебя есть грамота, найди Микулу. Возможно. Можно будет выходить и... Что это? За этими воротами в Изиму. Я надеюсь, сюда мы больше никогда не вернемся. Я тоже. Зверь мертв, саламандры мертвы. И крестьяне заодно. Очень смешно. Мой пропуск должен убедить Микулу впустить нас. Пошли. Идем. А, так мы можем не вернуться. Поговори со стражником. Нам надо убираться. Блин, предмет для задания. А мне задания не давали.
У меня есть пропуск. У меня есть пропуск. Пусти меня в Изиму. Я хочу сказать. Я... Извинись перед Ильзой. Угу. Милздар, сержант! Тот ведьмак! Я о нем говорил! Кто у нас здесь? Это он нам нужен? Да, Милздар, сержант! Ведьмак! Грязный выродок! Богохульник и фальсификатор! Он спрашивал, кого опускают в город, потом пришел с этим пропуском от ордена. Он рыцарь ордена? Тогда я принцесса Анда! Стражников убивать. Выпустите меня! Я не виновен! Эй, тюремщик, ну хоть переведи, ну не хочу я с политическими! Можно опаршивить! Я честный вор! Выпустите! Заткни пасть! Я занят! Юс, тише! Хочешь моей смерти? Этот вор мешает! Вот-вот, вор, а сижу с политическими! Заткнись, сказал! Не ори! Или мамой клянусь, я тебе поганый рот заткну! Прелестно, черт побери! Что, не нравится, белый? Нарываешься, что ли? Ну-ка, руки так, чтобы я их видел! Юс, открой камеру! Боишься? Обделался? Покажи, белый, что можешь! Назад. Что за... Ты дерешься или нет? Профессор, на выход. Свободен. Ирония судьбы. Мы вновь рядом. Так близко и далеко. Не сердись, ведьмак. Мы встретимся, верь мне. Вы ошибаетесь. Это убийца. Ты не понял законов этого мира. Ты генетически созданный убийца, которому в мире нет места. Но с этим мы разберемся позже. До встречи! Буду ждать. Лёщиком Юзом. Не подходи, Милздарь. Мы тут честные воры, не какие-нибудь. Это Арнольд, моя крыса. Интересно, кто меня заложил? Ты пробовал эту дрянь, которая за языком? У стен есть уши. Завтра мой пальц. Зачем ты здесь, эльф? Наслаждаюсь последними мгновениями своей жизни. Пытаюсь, по крайней мере. Мне всегда нравились игры, а Юс позволил мне взять с собой кости. Если у тебя своих нет, я готов одолжить мой набор. Ё-моё. Да я не понимаю в этих костях ничего, если честно. Но, бросок. Выбрать кости. И что тут, как тут играть, я не понимаю. Я проигрываю всегда.
Да не хочу играть больше. Тут у кого больше по числа, вон и как. Эй, вы, отребье! Король в своей милости простит того, кто убьет Кокатрикса, живущего в канализации. А как насчет руки принцессы? Остряк. Следи за языком, ведьмак. Политические шутки тебя... Я убью этого НКВД монстра. Прям частично. Слишком поздно. У нас уже есть другой доброволец. И как мне вас убедить, что моя кандидатура лучше? Вон тот урод в углу утверждает, что убьет Кокатрикса голый... Какой? Угу. Этот здоровяк? Вы шутите. Ведьмак, у меня в подземелье у всех равные права. Даже у дураков. Тебе нужна свобода? Сражайся за нее. Тот, кто... Да как два пальца. Поторопись. Не возись с этой др... Подходи. Я набью тебе морду, а потом спорю брюхо этой ящерицы и стану, наконец, св... Что ж... Пришла твоя смерть. Да хватит получать по морде, блин. Я тебя убью, ублюдок. Да почему Геральт не бьет? Странно. Ах ты, собачий сын. Если бы не твоя магия, ты бы ни за что меня не победил. Я спас тебе жизнь. С кокатриксами шутки плохи. Хватит умничать. В следующий раз тебе не победить. Силач, давай еще поговорим. Так, давайте посмотрим по заданиям, что у нас. Я ведь человек, профессор, левого кого-то, хорошо. Так, персонажи. Абигайл. Деревня при месте жить, видимо, по имени Абигайла, хотя место жителей покупают на траву. Лисиры они недолюбливают. Азар Явет, маг, так, его зовут, это... Ясно, короче. Ну, в принципе, на это не будем заострять внимание. Поздравляем. Ты выиграл право убить монстров. Я почти горжусь этим правом. Ну что, будешь убивать монстра или... Мне нужно оружие. Какое приятное совпадение. Меч ведьмака? Где? О, серебряный меч. Не твое дело. Юс, принеси мне этот серебряный меч. Тот, который мы нашли у скупщика Талера? Да, придурок, именно тот. Я могу его взять? Возьмешь его у Юза, потом заберешь свои вещи. Ладно. За голову монстра плачу дополнительно. Хорошо бы неповрежденную. Посмотрим, что я смогу. Мы? Где же он? Быстрее, у меня мало времени. Ах да, есть. Мы также конфисковали пару эликсиров. Я уверен, ты знаешь, как ими пользоваться. Удачи тебе. Как только выполнишь задание... Обязательно. Глупо. Профессор как заговоренный. Его ничто не берет. И он занимается мокрой работой. Хотя я сомневаюсь, что тебе это удастся. Их... В смысле, у него есть связи? Если ты... Ага. Только сначала тебе... Смотри за моими вещами. Я скоро...
Тоже утопис, насколько я понимаю. Я думаю, где мы меч получим серебряный? Я просто не помню некоторые моменты из игры. На бочке факел. Решетка, можем выйти. Ага, заперто. Не выпускают. Что ты за существо? Именно. Белые волосы, вертикальные зрачки. Прости, но я не хотел бы раздеваться и предпочел бы избежать демонстрации. Прости меня, незнакомец. Я не хотел тебя оскорбить. Я никогда раньше не видел таких, как ты. Я Зигфрид, рыцарь Ордена Пылающей Розы. Я Геральт, ведьма... Рад знакомству. Я слышал много похвал... Если ты не против, я бы прекратил болтовню. Ты охотишься на Кокатрикса? Я здесь под... Давай поговорим. Да, Геральт. Что ты знаешь о Кокатриксах? Кокатриксы, также известные как скуфины, это вид орнитозавров. Они огромны, в два раза больше обычной крупной птицы. Будучи связующим звеном между рептилией и птицей, они напоминают петухов. Откуда их народное наименование? Любопытно. Продолжай. Кокатриксов часто путают с василисками, но это два разных вида. Вопреки общепринятому убеждению, взгляд кокатрикса не превращает людей в камень, но нужно бояться его клюва. Этим клювом он может разрывать жизненно важные органы врага с точностью... Что ты думаешь по поводу убийства этой твари? Кокатрикс — это опасный противник. Тебе нужно быть отличным мечником. Если у тебя нет серебряного меча, дело становится еще тяжелее. Что еще? Как всегда, нужно быть настороже. Скофин любит на... Какие алхимические ингредиенты можно... Хотя его глаза и не могут превращать людей в камень, они довольно универсальный компонент и очень дорогой. Я слыхал, что перья с его хвоста еще... Впечатляющие познания. Признаюсь, что мои познания о чудовищах ограничиваются кокатриксами. Мой покойный отец, Эйк из Денесле, да упокоится он с миром, оставил мне гравюру с этим зверем. Было еще много гравюр, но все они погибли в животе у мантикоры. Сохранился только образ... Мои соболезнования. Нет, я был в то время в отлучке. Когда я вернулся, то узнал, что мой отец, несмотря на увечья, решил сразиться с мантикорой. Он попросил привязать его к коню. Как ты понимаешь, там он и встретил свою трагичность. Когда я добрался до места их боя, чудовище мучилось от ужасной боли и было при смерти. Мантикора не смогла извлечь моего отца из его доспеха и проглотила практически целиком. Воистину героическая смерть. Да почиет он в мире. Ты пришел за Кокатриксом. Священное пламя осветит мой путь. Что подтолкнуло рыцаря Пылающей Розы спустить... Эта тварь угрожает городу и потому должна быть уничтожена. Орден уже... Делаете работу ведьмаков? Честно говоря, вы, ведьмаки, реликт. Сколько вас осталось? Пара, дюжина? Вы нам не конкуренты. Я так полагаю, что феи скинулись на ваши сверка... У меня нет желания спорить. Мы оба здесь. Нет смысла ждать своей очереди, особенно если учесть, что утопцы тоже здесь. Давай объединим силы. Так. Ну, давай. Договорились. Идем. Я, наверное, по... Веди, ведьмак. Хотя ведьмак одиночка в основном. Всегда старайтесь использовать серебряные мечи в схватке с магическими тварями и чудовищами. Не забывайте использовать стальное оружие против людей и животных. Конечно же, бежит на меня. Все вот опции. Мозг вот опция. Но.
этой игры потупливает немножко. Ну, так, трупный яд. Все, собираю, не знаю, что я собираю. Трупный яд, мозг утопца. Мозг. Неизвестное растение. Вы не можете сорвать неизвестное растение. Так. Когда я впервые проходил, я не помню, чтобы я брал помощь. А может быть и брал у Зигфрида. Конечно, от Зигфрида помощи ноль. Ну давай, проверяй. О, там что-то рычит. Так, а можно знаком? Что будете делать? Ритуал магии проведем, конечно. Так, проверим решеточку. Что нам дало? Энергию восстанавливаем быстрее, повышает знаков на 100%. Хорошо. Зигфрид такой прикольный. Но вроде как безобидный чел. Нас кошки решили. Можем собирать неизвестные растения. Так, окей. Наверное, то же самое. Да, все узнал. Идем. Я слышу, ты меня зовешь. Я уже иду. Рычишь. Сразу проверим все, что можно. Добей того. Бесполезно сейчас. Я, наверное, скорее всего, когда играл, я... Ой-ой-ой. Немножко тупит игра, она старенькая. Тормози, Зигфрид, это КП не останется вообще. Мы поговорим позже. Кокотрикс опасный враг. Мне жалко, ты погибнешь, товарищ. Троп рыцаря, ключ, соображение ледяного паука, письмо. Надо, чтобы он как-то отрегенил хотя бы немножко. То мне жалко его. Угу. Так, вот храмовый квартал, логово кокотрикса. Кока. Давайте побежим, посмотрим, что там прямо.
Я же любитель все проверять. Место силы, костер, место силы, так. Угол Патрикса. Трогайте жидкого. Он мне живой нужен. Зикрит, тебе вообще хп нет. Гер! Гер! Осторожнее сзади! А ё-моё, и это всё. Зиклик живой, ура! Кокатрикс, не думаю, что я могу вернуться тем же путем, которым пришел. Идем, я провожу тебя к выходу. Ладно, хотя вся эта мерзость. Так, смотрим. Голова Кокатрикса, Сефирот Мальхут, Дразнокам, Царство и Перо Кокатрикса. Хорошо. Также неинтересно, правильно? Прошу прощения. Мне кажется, он дает покоя просто. Так, окей. Бегом, бегом, бегом. Там проверим. Берем и все, и уходим этим. Хотя мне понравилось здесь. Прикольно. Локация. Такая атмосферная. Дверь у меня за спиной ведет в город. В чем дело? Странно, я слышу шаги. Но. Герой так бежать захотел. Твои друзья... Можно и так сказать. Бандиты... Любопытно. Кто мог знать, что... Только капитан стражи, который арестовал меня, один надзиратель в тюрьме и другие заключенные. Думаю, если ты будешь искать предводителя этих бандитов, то у тебя получится целый список подозреваемых. Знаешь что? Неплохая мысль. Может, профессионал и сможет помочь. У меня есть дела в обители Ордена. Потом я отправлюсь на охоту на тварей, поскольку мир все еще полон чудовищ. Ты отлично справился, Зигфрид. Рад нашему знакомству. Убить чудовище было легко. Ведь на моей стороне сражался ведьмак. Давай выбираться отсюда. Вот ключ от прохода, который ведет в город. Несколько дней назад я запер дверь, чтобы Кокатрикс не сбежал. Спасибо. Я бы предпочел не возвращаться. Мы можем снова встретиться, если ты еще когда-нибудь спустишься в канализацию. Иногда я сам прихожу сюда, в поисках... А, твоя священная миссия... Это излишний сарказм. Мы на одной стороне, ведьмак. Увидимся, Зигфрид. И спасибо тебе.
Благодарю тебя. Мы еще встретимся. Хороший место. Так. Нет, а мне надо тимирский меч. Так, а прибыл я сюда, куда? Вроде бы отсюда бежал. А, я не дошел, кстати. То есть я так понимаю, что я буду сюда еще спускаться. Всё, так быстро. Ну, гуль, дай не собрать. Надо на стройках посмотреть, как нельзя сделать такое. Это только вот вручную. Плавающая вещь. Все. Вся делегация. Совнарком. Ну, Геральт, не тупи, а. Медальон молчит. Никого нету, бери. С камеры, конечно, здесь не очень много сделано. Нам объявили, что игра сохранена. Так, стоп. Точка перезарядки. Надо искать какой-то новый знак. Еще мне очень нравится по лесам тут бегать в этой игре. Очень атмосфера сделана. Давайте вместе силы посетим. Решетка. Заперто. Угу. Тогда возникает вопрос. Отчего у нас ключи в рюкзаке? Ключ под канализацию. Изображение длинного паука, длинноголового паука. Так. Угу. Микстур. Вы что, издеваетесь?
Тогда нам придется выходить там, где этот храмовый квартал. Угу. Храмовый квартал Вазима. Неплохая перемена по сравнению с канализацией. База Саламандры должна быть где-то здесь. Эй, вот... В чем дело? Незадолго до войны я спрятал фамильные ценности. Ты пытаешься нанять первого попавшегося незнакомца, чтобы вернуть... Если бы ты хотел меня ограбить... Не кричал бы сейчас на всю улицу. Я таких, как ты. Ну, выкладывай, в чем дело? Чтобы добраться до моего тайника, мне бы пришлось рисковать шкурой. А что такого ценного в этом кольце? Это семейные дела, тебя они не касаются. С помощью этого кольца я, наконец, смогу получить... Выкладывай все по порядку, но имей в виду, людей я не убиваю. Терпение. Я еще не все рассказал, а ты уже выводы делаешь. В таком случае я согласен. Ты подтверждаешь, что я могу забрать себе все, кроме кольца? Подтверждаю. Там, в моем сундуке, немало ценных вещей. Все они твои, в обмен на кольцо. Где конкретно спрятан? Спускайся в канализацию через вход возле канала. Там, слева от входа, увидишь решетку. Открой ее с помощью ключа, что я тебе дал. За решеткой найдешь... Еще один вопрос. Где мне тебя найти, чтобы отдать кольцо? Я буду ждать тебя здесь. Забираю все. Давайте опять в канализацию спустимся. Я так понимаю, что это решетка. Да. Ёшкин-матрёшкин. Так, а есть у нас кошка? Есть. О! Я делаю ради вас, потому что я сам тут ничего не увидел. Гравер. Я думаю, что нам подыграют. Сейчас он, мне кажется, с бандитами прилетит сюда. Забираю останки. А, кстати, что мы забираем вообще у граверов? Трупный яд. Окей. Камера неудобна, это вообще просто жесть.
соседям. Побежали дальше. Ну, бегом, Геральт, беги, давай. Достал тупить. Можно. Вот сундук. Фамильное кольцо. Так, Ворины. Серебряное кольцо с рубинами. В принципе, мы все забрали, все, что нам нужно. Но я ж хочу большего. Так, где? О, Гулька, привет. Все, ломимся. Так, Гули, дайте собрать грибы. Я грибы собирать пришел, а не с вами общаться. Да сколько вас здесь может быть, а? Грибы собрать. Да вы чё, глюк? Значит, эти камни я не могу разрушать, правильно? Ну тогда все. Нам надо на выход. Так, стоп, я не брожу ли обратно? Все, на выход. Сколько у вас тут лежит? Что-то хорошо прокачался. Я помню, когда я раньше проходил, мне было проблемно убивать. Ну давай, ты вот топца берешь, останки. Когда тупится, то хуже всего. Так, панель использована. Понимаю, что это... Что-то можно сложить. Угу. Я умираю с голоду, милстарь. Частный детектив, о котором упоминал Зигфрид. Неплохо. Он может быть полезен. Надо же с чего-то начинать поиски.
Ага. Улица канатчиков. Так, ворота к дамбе, оружейник Корбина. Так, и матч секреты. Ну, точно, мы там с помощью профессионала. Так, великий побег. Вернуть свои вещи. Показывать на карте, да. Нормально так в зиме тут. Деньги валяются в бочках. Пока мы никаких этих дел не будем иметь ни с кем. Просто бежим закончить миссию и забрать свои вещи. Лечебница пророка. Гав. Просто гав. Оружейник. Специально предложение этой недели купи круглый щит и получи котелок бесплатно. О, кстати, котелка мне не хватает хорошего. Так, все забираем. Городская темница. Сам в темницу идет, представляете? Король тебя, конечно, отпустил. Но соблюдать карантин тебе все... Что ты хочешь этим сказать? Ковид. Тебе нельзя выходить из храмового квартала. Это серьезно? Хочешь убедиться? С вас, ведьмаков, нельзя спускать глаз. А я не так давно слышал что-то про равенство и братство. Да, ведьмак. Можешь рассказать мне, как продвигается расследование по делу Саламандр? Терпение, ведьмак. Я могу чем-то помочь? Держись подальше от склада в трущобах. Дело щекотливое, и твой меч там ни к чему. Пока еще. Склад? Ты ведь не отправишься туда в одиночку. Это секретная операция. Как я туда должен отправиться? Со штурмовым отрядом, закованным в латы? И гарнистов Успокойся. Я ведь в этом деле не новичок. У меня всегда припрятана пара трюков на всякий случай. Не сомневаюсь. Что ты хочешь сказать? Неважно. Отдохни сегодня. Насладись своей свободой. А завтра я, может быть, подам тебе на блюдечке яйца Еведа. Я могу доказать, что убил Кокатрикса. Впечатляет. Награда за него составляет... В твои задачи входит борьба с чудовищами. Да, но я бы не стал тратить на это своих людей. Я заплачу каждому, кто убьет чудище. Приноси подтверждение, и все. За каких монстров больше всего платят? У меня в бюджете есть деньги на награду за кокатрикса в каналах и за хищное растение, убивающее людей. Понял. Ой, простите, я случайно к вам зашел. Я не хотел. А вот эта решетка я не проверял. Такая. Сел в воде. Ай. Так, давайте посмотрим, ладно. Таланты. Квен. Пока не будем качать. Силовой стиль, быстрый стиль.
Серебряный меч, быстрый стиль. Так. Быстро прием серебро, уровень 1, при атаке в среди стоящих двух ударов. Прижмет удар 2-4. То есть прибавляет, да? А, мы тоже прокачали. Или это нельзя, у них бронзовый талант. Так у нас же бронзовый. Стремительное повреждение плюс 20. Хорошо. Изнуряющая боль, боль плюс 15. Повреждение. Повреждение плюс 50. Силовой, так. А как бронзу получать? Уровень 15, 15 с плюсом. Все, я понял. Повреждение смертельное. Вот да, повреждение плюс. Давайте до утра быстренько сбегаем, отдадим ему кольцо. Да хватит, хлопцы. Вы мне уже ничего не сделаете. Будет у вас хоть 25 штук. Я уже сильнее намного стал. Так, все, давайте сейчас быстренько дойдем до нужной точки, выйдем. Если получится, дадим кольцо. Он сказал, каждое утро. Собирайтесь и толпы, и потом будем с вами играть. Выходим. Что за ключ с головы обезьяны какой-то там? Ну утро же, алло. Что мы можем? Проклятие. Приветствую. Чищу обувь. Давай, заплатим. Первый раз в Изиме. Можно сказать так, расскажите мне про город. Можно сказать. Из-за чумы ввели карантин. Леса и болота кишат белками. В общем, как пел один... Расскажи мне про чуму. Чум старый в Изиме разразилась чума. Ворота закрыли и тщательно... Меня интересует... Есть одна странность. Они ведут себя как спецназ. Хотя с тимирианской разведкой они не связаны. Действуют они. Расскажи по... Скаятаэли ведут партизанскую войну в лесах за городом. Что еще хуже, ненависть к нелюдям с каждым днем все сильнее. Не надо быть прорицателем.
Я ведьма. И работу ты себе найдешь без проблем. Спроси у купцов. Еще я слышу. Что здесь стоит посмотреть? У нас есть купцы, Ясно. Говоришь, ты не как чистильщик. У каждого есть скелет в шкафу. Все. Жрец. Так, мне интересует. А где твоя жена? Тебе это не должно было волновать. Так. Опять нам придется ждать. Так. Я понимаю. Где он? Может, положить что-то надо? Ничего не положишь. Все, ладно. На этом я завершаю серию, так что кто досмотрел до конца, спасибо огромное. Приходите на следующую серию и всем пока.